В Запорожском административном окружном суде прошло первое заседание по административному иску Максима Дрозденко к Запорожской облгосадминистрации. В нем истец, как родственник пострадавших от сталинских репрессий, требует понудить обладминистрацию снести памятник Дзержинскому. В качестве доказательств – историческая справка о деятельности Железного Феликса и указ президента Ющенко, что администрации должны принять все меры к сносу памятников тоталитаризма. На заседании представители облгосадминистрации заявляют, они не владельцы изваяния, способов реализации указа нет и судиться надо с Жовневой райадминистрацией. Максим Дрозденко, в свою очередь, собирается судиться и с областными, и с городскими, и с районными властями. Как говорит, до победного конца. Если кому-то нужен этот памятник, он его, в принципе, может купить у Запорожской территории. Территориальной громады и поставить, как наш обком коммунистической партии ставил памятник Сталину, они с тем же успехом могут поставить там рядом и памятник Дзержинскому. Может, какие-то коллекционеры захотят его у себя дома поставить. Пока что удалось определиться только с ответчиками по делу. Следующее заседание суда назначено на 29 января. Таким образом, на теме сноса памятников советской эпохи снова пытаются заработать некие дивиденды. Хотя подобные решения должна принимать громада, о чем неоднократно говорили, обсуждая данную тему на заседаниях круглых столов и многочисленных пресс-конференциях.